сегодня на мягкий, приятный, уютный плед покрывала, яркие лепестки. Это весеннее настроение, это самые приятные эмоции, которые мы вам дарим в преддверии уже ожидаемого лета. И дарим новые оттенки. Сегодня мы расширили для вас коллекцию покрывала яркие лепестки. Сегодня будем выбирать насыщенные краски. Mm-hmm. Будут и пастельные цвета, и, конечно же, наша любимая двусторонняя фактура. Вот я специально перевернула второе покрывало для того, чтобы вы увидели, как интересно сконструировано это уютное предложение. С одной стороны, мягкий, нежный велюр, фланель, такой сложный материал, он ворсовый на трикотаже, гладенький, с сатиновым блеском, даже шелковистым блеском. А с другой стороны, у нас вот такой эко-мех с теплом овечьей шерсти, который подарит вам тепло, укроет теплом вашу постель. Вы положите сверху хлопковую простыночку, вы прогреете вашу постель, если уедете в загородные дома. Это многофункциональное предложение. Конечно же, будем спать под ним как под одеялом, будем как элемент декора использовать. А вот для декора как раз очень важный дизайн. Ну, давай, Оля, разбираться. Конечно, у нас сегодня представлены 7 цветов на выбор. Голубой сейчас на ваших экранах. Мне очень нравится он и уже распродан, голубой цвет, в двуспальном размере и евро. А значит, остался только односпальный и полутораспальный размер. Шикарная коллекция. Следующий цвет синий, очень богато. Мне очень напоминает эта расцветка павлово-посадские платки. Да, я думаю, что дизайнеры как раз-таки вдохновлялись нашими аутентичными рисунками, павлово-посадскими платками. На гобелен похоже следующее предложение, например, тоже такой винтажный шик-интерьер. Коричневый цвет в заказе, очень красивый пион, такой повторяющийся раппорт. Видите, он как плетут гобелены. А какой это цвет? Полутораспальный размер в коричневом цвете, распродан. Мой любимый бордовый закончился, кроме односпального. Бордовый цвет распродан, остался только в односпальном размере. Ну вот, видишь, я так и знала. Но ничего, не расстраивайтесь, у нас есть еще цвета. Вот, например, желтый. Ой, мне очень нравится этот оттенок, он прямо пломбирка. И такое ваниль, очень красивый, нежный, пастельная гамма. И разреженный такой принт, даже тропический, да, немножечко напоминающий нам трое тропические цветы. И белый, белый. Ой, мы сегодня сравниваем обожаю с дорогим фарфором. Как он мне нравится, белый цвет. Очень смотрится гармонично и нежно. И светло-голубой. Выбирайте несколько, так многие делают. Заказывайте сразу для себя и на подарки. И цена от 799 рублей. За всю историю у нас распродано более 11 тысяч пледов покрывал яркие лепестки. Торопитесь, за сегодняшний день уже к третьему эфирному часу распродано уже более 2700. Еще немного, и у нас распродадутся самые востребованные размеры. Все готовятся к весне. Юль, что такое весна? Это не только птички и цветы, да. Это еще и выключенные батареи. И переменчивая погода, согласна. И холодище дома. Ну и, конечно, нам очень хочется, чтобы нам было тепло, дома уютно, ну и, конечно, красиво. Знаешь, я хочу, как обычно, все и сразу. Все и сразу, ну, конечно, и как раз-таки в нашем покрывале все и скрыто. И дизайн, и тепло, и практичные материалы. Но мне очень нравится наше предложение, и его, потому что его берут абсолютно все хозяйки практичные. Ну вот представьте, сколько у нас с вами текстиля. В шкафчике все забиты многочисленными одеялами, пледами, покрывалами на разные сезоны, куча декора у нас. А есть такая вещь, которая способна сразу несколько, ну, таких наших бытовых вопросов решить. И при этом вы будете экономить денежку одной покупкой. У нас с вами две стороны, а значит, огромное количество функций. Давайте присмотримся, разберем каждый материал, и я вам посоветую, как же использовать покрывало яркие лепестки. Благодаря тому, что здесь вот такая износостойкая, прочная, незапыляемая шелковистая фактура, у нас с вами это замечательный диван-дек, прекрасная накидка на диваны и кровати для защиты постельного белья и вашей мебели от пыли, повреждений и от шерсти животных. Посмотрите, какая она мягкая и нежная, очень приятно укрываться. Ворсиночки не заламываются, но при этом они есть, и тактильно это, конечно, просто блаженство. Благодаря тому, что здесь хорошая плотность, мы можем с вами спать под таким пледом, как под одеялом, всю ночь, 8 часов. При этом даже предложить нашим малышам, потому что это материалы гипоаллергенные и абсолютно не вызывают никаких неприятных ощущений, даже нет статики, да, нет стреляшки и вот этих вот искорок от ткани. Да, абсолютно это исключено. Возьмем на дачу? Возьмем, конечно же. Прогреем наши дома. Сейчас это очень актуально, потому что, ну, такая ситуация, что кто-то только поехал, дома еще сырые, еще бревнышки напитанные влагой после зимы, еще немножко так зябко. Конечно. А
А вот вы постелите такое покрывало сверху хлопковую простыню, ваша постель будет теплая. Никаких хондрозов, никаких прострелов и радикулитов. Будем сухим теплом помогать своему здоровью. Поспешите сделать свой заказ, сделайте свою первую покупку. Покрывало «Яркие лепестки». Как оформить заказ? Смотрите, на экране вы видите наш бесплатный многоканальный номер телефона. Набирайте его вашего мобильного, с домашнего телефона и звоните, и разговор бесплатный, и ожидание на линии. Забирайте яркие лепестки, запишите номер лота. У нас пока есть все 7 цветов на выбор, но уже, кстати, не во всех размерах. Берите на подарки, заботьтесь о своем красивом доме и, конечно, о тепле. И это чудная возможность позаботиться о своих родных. Голубой цвет. Ах, как хорош. Мне нравится платочная тема. А-ля рус, русский стиль в интерьере всегда очень атмосферный. Такой характер, да, и настроение сразу интерьера. И вы подчеркнете ваш хороший вкус. Синий цвет тоже выполнен в гамме платочный. Мне нравится, напоминает даже Павлово-Посадские платки. Очень вот красивый. У Олечки тоже такая же ассоциация прошла. Ну, потому что здесь явно виден, да, характер. Коричневый цвет не марки, респектабельный, благородный. Немножко есть здесь терракотовые нотки. Очень красивый и похож на гобелен. Если вы любите гобелены, вот такая вот интерпретация, но из другой ткани, почему бы и нет. Бордовый, Оль, ну бордовый твой цвет исчезающий. Обожаю, но его почти уже весь разобрали. Бордовый цвет остался только в односпальном, полутораспальном размере. Цена от 799 рублей. Есть еще два светлых оттенка, но этот называется в заказе желтый. Но какой же он желтый? Он ванильный. Нежный, приятный. Мы со сладостями его сегодня сравниваем, с восточными. И тропические здесь цветы, нежная, приятная картинка. И белый тоже идеален будет, чтобы освежить интерьер. Дорогая фарфоровая посуда, как тебе? Ее расписывают примерно так. Очень нежно, как гарнитура мне вспоминается. Не отказывайте себе в удовольствии. Есть еще и светло-голубой с цветами и бабочками. Звоните сейчас. Делайте свою первую покупку, звоните к нам в прямой эфир. Мы для вас работаем всегда в прямом эфире. Вот он, смотрите, двусторонний, двухфактурный плед покрывала. Представляете, вы, по сути, за одну цену получаете как будто два. Потому что, с одной стороны, он меховой и теплый, и красивый, но, а с другой стороны, это нежные цветы, это весна и это настроение. Покрывало называется «Яркие лепестки», и цена только сегодня от 799 рублей.